Journey to the moon. Итак, Артур, еще раз хочу поздравить вас с днем рождения. И команда, конечно же, присоединяется к моим словам. И вот такой подарок вам. 5-0. Красивый результат. Однако не так однозначно все шло по игре, не так ли? Я думаю, мы сегодня показали хорошую игру. В принципе, достигли хорошего результата. Я думаю, что во многом благодаря Добровольскому, вратарю Монарха, такая интрига, наверное, оставалась еще до конца игры. Да, все было непросто во втором тайме. Сумели только забить 2 гола, 1 с пенальти. Скажите, пожалуйста, недавно совсем участвовали в Кубке Еременко. Какой багаж домой привезли? Будут ли какие-то перестановки в игре своей команды? Есть какие-то новшества, которые вы переняли от тех сильных команд, против которых вы боролись на Кубке? Во-первых, я хотел бы поблагодарить команду за подарок. Это все-таки лучшее, что это победа. И, конечно, она нам нужна была как воздух после такого неудачного турнира. Хотя все относительно. Видите, мы здесь, Раба и Никарс, два ведущих клуба. Там тяжело нам на этом уровне. Все-таки там другой уровень. Профессиональные команды с солидными бюджетами, которым позавидовали, может быть, наши клубы высшей лиги. И с хорошим подбором игроков мирового уровня. Я думаю, что для нашей молодой команды это все равно пойдет в актив. Это школа, большая школа. Только в таких играх можно расти как игроки, как команда. И я думаю, это поможет нам такие игры во внутреннем чемпионате. Да, это неприятные поражения, но через это тоже надо пройти. Именно так. Я имел это в виду, что несмотря на то, что были поражения, думаю, что очень много получили опыта. Это самое главное, зачем вы, наверное, туда и ездили. Ну а по сегодняшней игре вы закрепили, оставили за собой первое место. То есть с этой победой вы все-таки остаетесь в топе у нас. Несмотря на то, что ЛСПА на какое-то мгновение переняла эстафетную палочку, побывала на первом месте, немного они порадовались, но все вернулось на место своя. И следующие игры против очередных соперников. И надеемся, что будете показывать также отличный футбол и держаться. Спасибо большое, Артур. Спасибо вам. Это был Артур Шкетов, главный тренер команды «Раба». Всего хорошего. Спасибо.